Друзья, давайте проверим вашу внимательность. Я приготовила для вас 5 простых заданий. За правильный ответ получаешь 1 балл. За неправильный – 0 баллов. Поехали! Помогите бабушке Маше найти ее тень. Чтобы справиться с этим заданием, у тебя есть всего 15 секунд. Один балл достается тому, кто выбрал номер 5. А сейчас давайте посчитаем. Не надо пользоваться калькулятором или писать на листочке. Все будет очень просто, и каждый с этим заданием легко справится. У тебя есть 1000. Прибавь к ней 40. Прибавь еще 1000. Прибавь 30. Прибавь еще 1000. Прибавь 20. И еще 1000. И прибавь 10. Все, сколько у тебя получилось? Итак, ответ ровно 5000. Если у тебя получилось столько, то поздравляю. Ты получаешь 0 баллов. А те, кто считал внимательно, конечно, знают, что правильный ответ будет 4100. За 15 секунд найди 2 одинаковых девочек. Один балл получают те, кто выбрал девочку номер 4 и номер 6. А сейчас внимание! Поверни голову налево. Давай, поворачивай. Это важно. Итак, один балл получает тот, кто повернул голову налево, а не туда, куда мы со стрелочкой показали. Кстати, тот, кто не выполнил задание и не повернул голову никуда, тот получает 0 баллов. За 30 секунд найди на этих картинках 10 отличий. Давайте проверим вашу внимательность. 10 отличий были вот здесь. 1 балл получают те, кто нашел все 10. Друзья, смотрите тесты бабушки Шошо и развивайте вашу внимательность. Это полезно. Спасибо всем, кто ставит моим видео лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайте ваших друзей. Вместе будет веселей!